друзья, добрый вечер. Остались позади самые, наверное, тревожные на сегодняшний момент дни, часы. Это подготовка государственной итоговой аттестации, экзамены, а еще, наверное, более томительные, тревожные ожидания их результата. И, наконец, практически все результаты уже есть. Все получили заслуженные баллы, которые позволят продолжить дальнейшее образование. И настал торжественный момент получения документа о среднем общем образовании. Для вручения аттестатов с отличием и золотых и серебряных медалей я приглашаю на эту сцену заместителя главы по социальным вопросам города Северодвинска Сахарову Ирину Сергеевну. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотая медаль за особые успехи в учении вручается Гладышевой Екатерине Евгеньевне. Екатерина – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и английскому языку. Вручается грамота за отличный успех в учебе и активное участие в жизни класса и лицея. Аттестат о среднем общем образовании с отличием вручается Копыловой Марии Сергеевне. Мария – призер открытого городского конкурса бального танца среди школьников в школе «Вальс» 2019. Призер в составе команды лицея городского школьного танцевального конкурса «Большие танцы». Вручается грамота за отличные успехи в учебе и активное участие в жизни класса и лицея. Золотая медаль была вручена 26 июня на приеме главы администрации города Северодвинска. Аттестат о среднем общем образовании с отличием вручается Первышиной Татьяне Андреевне. Татьяна – победитель 58-й выездной физико-математической олимпиады МГИ по математике, призер многопрофильной международной олимпиады будущей арктики и естественной науки. Вручается грамота за отличный успех в учебе и активное участие в жизни класса и лицея. Золотая медаль была вручена 26 июля на приеме главы администрации города Северодвинска. Аттестат о среднем общем образовании с отличием вручается Плотской Дарье Александровне. Даша – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Призер открытого городского конкурса бального танца среди школьников школы «Вальс» 2019. Вручается грамота за отличные успехи в учебе и активное участие в жизни класса и лицея. Благодарность Ирине Викторовне за активное участие в делах класса и лицея. Золотая медаль была вручена 26 июня на приеме главы администрации города Северодвинска. Аттестат о среднем общем образовании с отличием вручается Рекиной Валерии Евгеньевне. Вручается грамота за отличные успехи в учебе и активное участие в жизни класса и лицея. Золотая медаль была вручена 26 июня на приеме главы администрации города Северодвинска. Аттестат о среднем общем образовании с отличием вручается Доротину Ивану Михайловичу. Иван – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Вручается грамота за отличный успех в учебе и активное участие в жизни класса и лицея. Благодарность Татьяне Николаевне за активное участие в делах класса и лицея. Аттестат о среднем общем образовании с отличием вручается Щипину Михаилу Артемовичу. Михаил – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Вручается грамота за отличные успехи в учебе и активное участие в жизни класса и лицея. Благодарность Марине Викторовне за активное участие в делах класса и лицея. Золотая медаль была вручена 26 июня на приеме главы администрации города Северодвинска. Аттестат о среднем общем образовании с 1/4 и серебряная медаль за особые успехи в обучении вручается Никитину Владиславу Вадимовичу.
Владислав – победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, призер муниципального этапа по биологии, призер муниципальной учебно-исследовательской конференции старшеклассников юность Северодвинска, секция ХИМО. Аттестат о среднем общем образовании с 2 четверками и серебряная медаль за особые успехи в обучении вручается Алексеевой Екатерине Игоревне. Екатерина – победитель Всероссийского творческого конкурса «Горизонты педагогики», номинация «Мое творчество». Вручается грамота за отличные и хорошие успехи в учебе, активное участие в жизни класса и лицея и высокие спортивные достижения. Благодарность Любови Николаевне за активное участие в делах класса и лицея. Аттестат о среднем общем образовании с 2 четверками и серебряная медаль за особые успехи в обучении вручается Богдановой Виктории Андреевне. Вручается грамота за отличные успехи в учебе, активное участие в жизни класса и лицея. Благодарность Евгении Павловне за активное участие в делах класса и лицея. Аттестат о среднем общем образовании с 2 четверками и серебряная медаль за особые успехи в обучении вручается Куликовой Марии Константиновне. Мария – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Вручается грамота за отличные успехи в учебе, активное участие в жизни класса и лицея и высокие спортивные достижения. Благодарность Ольге Валерьевне за активное участие в делах класса и лицея. Средним общем образовании с 2 четверками и серебряная медаль за особые успехи в обучении вручается Мошниковой Елене Алексеевне. Елена – призер в составе команды лицея городского школьного танцевального конкурса «Большие танцы». Вручается грамота за отличные успехи в учебе, активное участие в жизни класса и лицея и высокие спортивные достижения. Аттестат о среднем общем образовании с 2 четверками и серебряная медаль за особые успехи в обучении вручается Новиковой Юлии Николаевне. Юлия – призер в составе команды лицея городского школьного танцевального конкурса «Большие танцы». Вручается грамота за отличные и хорошие успехи в учебе и активное участие в жизни класса и лицея. Аплодисменты нашим медалистам! Нашим медалистам. Сегодня нам, выпускникам, предстоит сделать один из самых сложных шагов в нашей жизни – расстаться с лицеем. Так сложно покидать то место, которые мы в течение стольких лет ходили каждый день. Тех людей, которых там видели, с которыми пережили все взлеты и падения. Мы пережили вместе столько всего, что уже не можем представить свою жизнь друг без друга. Мы всегда будем помнить родные стены, в которых получали знания, шалили, бегали, смеялись, взрослели и влюблялись. Дорогие учителя, этот выпуск для вас очередной, а для нас единственный. Мы от всей души и от всего сердца благодарны вам за то, чему вы нас научили, за ваш великий труд, за безграничное терпение, за огромную веру в нас. Спасибо за теплые и мудрые слова, за каждый совет. Крепкого вам здоровья, бесконечного счастья и неугасающей улыбки на лице. Но когда что-то не ладилось, будь то в школе или в личной жизни, мы всегда могли прийти к самым близким для нас людям – родителям. От вас мы всегда получали поддержку. Спасибо вам, родные. Вы наша опора, поддержка, фундамент.
свои. Теперь мы повзрослели. Нам пора идти дальше, навстречу своей мечте, воплощать наши замыслы в жизнь. Мы вас очень сильно любим.